Привет, ребята, опять в этом видео я снова ездила в другой город. Ну а сейчас давайте поподробнее, потому что это новый выпуск. На этот раз мы посетили город Казань. Вообще, почему так получилось, что мы туда поехали, объясняю. Дело в том, что где я учусь, а это у нас не ПТУ, а колледж, каждый год проходит республиканский конкурс, который называется «Весенняя капель». Это рейтинговое мероприятие, и в этом году как раз наконец-таки ввели такую категорию, как видеономер. А кто у нас снимает видео? Кто-кто-кто? В итоге мы сделали клевую видеоработу. Если вы до сих пор ее не смотрели, то ссылочка вот тут где-то есть. Я не знаю, как это отражается у вас на мониторе, но, в общем, подсказка сейчас появилась. И вот с этим видео мы заняли первое место. Ну, давайте сначала по порядку. Мы, значит, приехали туда, и нас расположили посередине зала. Сегодня мы находимся в Казанском федеральном университете в городе Казани. Мы сегодня будем выступать на весенней капели. Бамс, Даречка приехала на награждение, специально ради награждения. И сейчас нас расположили в прекрасном, комфортабельном месте. Как эта штука называется, где переодевается? Передевалка. Вот. Как эта штука называется? Гримерка. Вот наши люди в Голливуде, посмотрите, пожалуйста. А я хочу спросить, давайте мы спросим пару слов у людей, которые тут пришли на это великолепное мероприятие. Пошли. Скажите, пожалуйста, с какого вы города? Казань. У вас всегда так проходят мероприятия? Нет, обычно нам выделяют отдельную гримерку каждому человеку. А не жирно ли вам? Это потому что вы с Казани? Ну да, да. Плат. 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 Именно так у нас в университете так принято. У вас так принято? Да. А вот когда такое масштабное рейтинговое мероприятие? Ну как масштабное? Ну, как видите... Вот мы видим это, вот посмотрите, да, да, интересно так. А вы чем занимаетесь, расскажите, пожалуйста? Обычно я стою на сцене. Массовка, да? Массовка. Вот вы вкусно кушаете хлебушек, поэтому я к вам. Приятного аппетита. Спасибо, я доел. С какого города? Мы с Альметьевска. Альметьевск. Вы макарошки кушаете, да? Нет, пюрешку. Чем будете сегодня удивлять? Мы будем сегодня удивлять такой программой, как барабанщики. Мы барабанщики. Ансамбль барабанщиков, да? Барабанщиков, да. Наш ансамбль называется шоу барабанщиков. А то есть я правильно понимаю, коллектив только барабанщики? Мы не барабанщики. А кто вы? Я вокалист. Ну, группа, правильно? Играют на барабанах, да. Да. Они просто любят это делать. Да, мы любим стучать. Стучать. А как вы поняли, что вы любите стучать? Ну, однажды мы услышали, как стучат, и решили тоже начать стучать. А вы где-то, наверное, тренируетесь, правильно? По батареям стучите, да? Да, едем. Она поддержка вашей опоры? Да. Ну, гримирует, красит нас. У нас же блат. Блат. У вас даже в этом блат, у вас специальный человек, который вас гримирует. Обалдеть, просто я офигею. Ну, знаете, интересно, у нас интересно, тепло, уже хорошо. Знаете, ветер не дует, и на этом спасибо. Сначала посмотрите, обратите внимание, мы как будто на рынке. Много вещей. Непонятные люди. В общем, вот. Сейчас у нас ограниченное время. Я побежала, пожалуйста, не задерживайте меня. Все, не снимай. А тем временем народ прибывает все больше и больше. И у нас есть человек, который следит за порядком. Это великолепно. Женщина, пойдемте к ней подойдем. А вы что делаете? Следите за порядком? Нет, за сценой, чтобы на сцену никто не ходил. Скажите вопрос, а тут есть розетка? Розетки? Розетки есть. А где вот они? Ну, да, на сцене, но на сцену нельзя. А если я проползу? Вы с Казани? Да. Все, все, ну все понятно, все понятно. С вами, короче, все, вопросов больше нет. Нам еще сказали, что нас бесплатно накормят, поэтому мы пошли в столовую. Там столовая, извините меня, такой замок, там одна люстра чего стоит. Ну, в итоге, ну, еда была такая, а само здание очень красивое. И небольшой совет, если вы едете на какие-то большие расстояния, неважно, какое время года, будь то это зима, сейчас как раз еще и лето, сейчас еще тепло, жарко, а вы в другом городе, пожалуйста, берите с собой всегда воду. Неважно, пусть она будет занимать у вас много места, вам покажется, но она вас спасет от жажды, вдруг кому-то станет плохо, вы поможете. Вот, всегда берите с собой воду. Но если вы купили бутылку с Экспресса, то, естественно, она у всех одинаковая. Поэтому, чтобы не потерять среди остальных бутылок, вы можете апгрейдить вот такими, допустим, наклейками, как сделала это я. Давай танцуй, танцуй. Ну а после обеда мы вернулись опять в это здание, где уже проходила репетиция.
И сказать, что я прифигела, ничего не сказать. Оказалось, вот вы сейчас не поверите, вот только не ржите, хорошо? Оказалось, что мы приехали из другого города ради того, чтобы постоять на сцене 3 секунды. В общей вот такой вот толпе, где никто ничего не понятно, вот и как что проходит вообще. То есть, а еще там был такой интересный персонаж, как режиссер-постановщик всего мероприятия. Он был такой интересный, странный. Поподробнее о нем расскажет сейчас вам Ильнур. Друзья, всем привет! Приехали мы в город Казань на финал конкурса «Весенняя капель» среди студентов. Вот. Была репетиция. Знаете, кто режиссер? Ильнур. Ильнур, не я, конечно, не я. И вот знаете, вот эти манеры, да? Зая, включи музыку, переключи музыку, зая, выход справа, 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 выходим, выходим. И вот корона его вот эта, да? Мальчик, ты что тут делаешь? Ну, мальчик! А еще меня зовут Анжела. Меня зовут Анжела, как да, вы? На самом деле ее зовут Альбина. Альбина ее зовут. Вот. Еще он говорит махаем, махаем. Но нет такого слова махаем. Есть слово машем, машем. Ну, короче. Мне кажется, он белорус. Нет. Он не белорус. Нет. О, его зовут Ильнур. Белорус Ильнур? Татарский белорус? Нет. После данной репетиции нас отпустили немножечко погулять. В Казани пробки, не пройти, не пукнуть. Так, мы сейчас пройдем. Спасибо, 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 господа, спасибо. Это что, на рыбалку, что ли, собрались? Куда можно сходить в городе в Казань? Казанский Кремль. Да нет, с чем-то повеселее. Чем такое? Куда молодежь обычно ходит? Куда молодежь ходит? Ну, бюджет 1000 рублей. Я никуда не хожу, не знаю. Пай, девочка, да? Девочка, пай! Скажи, тебе нравится город Казань? Да, нравится. Нравится. Что именно тебе нравится в городе Казань? То, что тут много парков, можно гулять, много возможностей. А ты знаешь, что город Казань – это город холостяков? Нет, не знаю, первый раз. Серьезно? Ты что? Нет, серьезно, ты знал, что город Казань это... Нет? Ну, спасибо. Нам сказали, что у нас есть 2 часа, мы такие, круто, мы сходим на Бауманку, потусим там. В итоге не прошло и 1.5 часа, как нам сказали, нам быстро нужно возвращаться обратно в это здание, потому что если мы не вернемся, нас не пустят на сцену. Мы такие, ой, велика потеря происходящего. Итог какой? Не могу сказать, что эта поездка была пустой тратой времени, нет, было забавно, была хорошая погода, между прочим, в этот день было солнышко. Вот эта вся дорога туда-обратно, это было забавно, это было круто, но то, что мы приехали из другого города ради того, чтобы постоять в общей толпе, в общей кучке, нас, знаете, вот так вот как бы согнали, нам сказали, сделайте веселый вид и все, можете ехать обратно в Челны. Такие, чё? Ну, конечно же, в таком рейтинговом мероприятии я получила вот такой вот диплом. Он даже не именной, то есть даже не подписано, чей это диплом, просто написано, какое учебное заведение участвовало в этом конкурсе, и все. Я понимаю, что это мероприятие проходило аж в начале марта, выпускаю его сейчас, но я не гонюсь за актуальностью. Мне интересны эти моменты, поэтому я выпускаю тогда, когда считаю нужным. Поэтому не стоит говорить о том, что «Даша, уже столько времени прошло, видео выходит только сейчас!» Но если вам понравилось это видео, то можете поставить свой лайк, аж целых 2 лайка. Па-па-пау. Подписаться на канал, если вы это еще не сделали, также, чтобы не пропустить новые видео. А сейчас я выхожу наконец-таки с сессии. Все заканчивается учеба, круто, класс. Видео будут намного чаще, поэтому, чтобы не пропустить их, нажимайте на колокольчик где-то тут. Вы знаете, как выглядит колокольчик, вы не глупы. Нажимайте на него, чтобы не пропустить обновления на моем канале. Но меня до сих пор зовут Дая, и тут очень жарко. Пока!